Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. На дворе осень, и я решила для вас показать один из вариантов макияжа, который я использую именно в это время года. Так что давайте не будем долго болтать и уже приступаем. Свой осенний макияж я буду выполнять с помощью вот этой классной палетки от Tarte, именно тарталетка. Вы не поверите, на самом деле этот продукт у меня уже с середины лета. Я его использовала всего один раз, и то на клиентке. Даже сестра приезжала, я ей не дала ей попользоваться, потому что хотела поделиться с вами первым впечатлением об этой палетке, именно протестировать ее вместе с вами. Я понимаю, что на YouTube она уже очень давно, все ее давным-давно попробовали, но это именно люди, которые на YouTube. Я на самом деле знаю полным-полно людей, которые даже вообще не знают о существовании этого бренда. Я эта палетка безумно довольна, так что давайте уже краситься. И первым делом у нас будет две базы. Одна от Smashbox, я ее буду наносить на Т-зону. Вот эти места я буду наносить от L'Oréal. Она идет с сияющим эффектом, мне это очень нравится. Самое главное, забыла заколоть свои волосы, то сейчас будут все мешаться, в глазки лезть. Хотела вам показать, что недавно моя подруга Маша, привет, подарила мне вот такие вот две классные миленькие заколочки. Как-то так, но в общем-то главное, чтобы в лицо ничего не лезло. Так, на Т-зону мы уже нанесли нашу базу, нашу вторую. Возьму нужное мне количество и буду наносить именно на ту зону, которую хочу, чтобы у меня была подсвечена. Так, ну все, базу мы нанесли. Надо вытереть ручки же обязательно, чтобы оно все было чистенько. Так, дальше мы будем наносить тональную основу. Так как я немножко приболела, у меня насморк, я буду наносить более плотную тональную основу. Сегодня я буду наносить свою любимую от MAC. Возьму свою любимую кисточку от Sigma и буду наносить шпаклевку. Дальше мы будем наносить консилер. Я возьму свой любимый от Maybelline. Теперь все это добро нам надо припудрить. Я возьму свою любимую палетку от Smashbox. Обожаю эту пудру, мне нравится, как она смотрится. Палетки я возьму свои контурирующие продукты, бронзер и скульптор, и нарисуем себе скулы. Ну что, с лицом пока все, дальше переступаем к глазкам. Вот так вот она выглядит внутри. Огромное зеркало. И вот все оттеночки, которые представлены в этой палетке. Они все идут матовые. Очень хорошая пигментация, переносится отлично. Посмотрите, я еле прикасаюсь. Обалдеть. Базу, как всегда, я буду использовать свою любимую от Lumene. Если у вас так же жирное веко, как у меня, у вас очень быстро скатываются тени, то обратите внимание на эту малышку. Ее нужно совсем немного, она очень экономично расходуется. На все веко я нанесу вот этот вот оттеночек. Немножко стряхнем с кисточки и наносим. Он такой коричневато-персиковый оттеночек. Кисточка наносится, распределяется все очень легко.
остатку века я поработаю вот этим. На нижнее веко я также нанесу сначала наш базовый оттеночек. Дальше мы добавим немножко оттеночка потемнее. Из этой палеточки я возьму вот этот вот темно-коричневый. Наберу его на кисточку, немножко встряхнем и будем наносить в уголок глазика. И все растушевываем. Также этот оттеночек немножко растушим на нижнее веко. Дальше возьму коричневую подводку от Maybelline и будем рисовать стрелочки. Я нарисовала. Теперь мы будем наносить тушь. Тушь я буду наносить сегодня от Chanel. У меня это миниатюрочка. В последнее время я брови свои укладываю с помощью вот такого вот геля от Rimmel. Вот и все, больше над бровями я делать ничего не буду. По-прежнему моими любимцами среди румян от Clarins. Я любитель румян, люблю порумяниться, так от души прям иногда. Помады в это время года я люблю наносить всех оттенков, мне без разницы, это могут быть яркие помады матовые, могут быть что-то нюдовое, может что-то вишневое, яркое. Сегодня я, наверное, буду использовать свою любимую помаду от Faberlic. Ну вот и все, мой макияж готов. Давайте покажу вам, что у меня получилось. Ну что, я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь также на Instagram. Жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, что на моем канале появилось новое видео. Все, целую, обнимаю. Пока.